Всем привет, с вами Рыжик56К, и вот это вот испытание из игры Кальмара будет проходить мой подписчик. Показываю, где есть препятствия, и все эти препятствия будет проходить мой подписчик. Он сейчас вообще не в доумении, где я. Вот просто посмотрите, ну что он делает? Просто посмотрите. Не видит, просто думает, что я уже ушел. Не видит просто, ну что. А, он сейчас, смотрите, он сейчас. А, нашел все-таки. Ну, что ты смотришь на меня? Ага, угу. Так, ну что-то там жрет. Ну, иди сюда, короче. Опять не понял, где я? Кстати, спасибо за 60 подписчиков. Большое вам спасибо. Продолжайте. Наша цель 100 подписчиков. Ну, блин, не плачь. Чё ты делаешь? А, расстроился. Так. Он начинает уже проходить это препятствие. Так. Он сейчас очень думает. Так. Так, что же мне выбрать? Так. Сейчас он прыгнет. Если он выиграет, он получит 6 литров класса. У него, кстати, 3 попытки. Сейчас долго раздумывает. Все-таки он решился сюда прыгнуть. Так. Если он понял, что уже 2 он прошел, значит, надо прыгать вот сюда. Блин. Он совершенно джетпак использовал, но это нельзя. Он же не перепрыгнул всю трассу, так что считается. Считается, что он сделал... Простите, что я вырезал, он очень долго думал. Вот, он сейчас. Вот тут я сделал для него типа чекпоинт. Так, ну теперь тут думает очень жестко, потому что он половину карты смог пройти. Есть, он уже половину карты или испытания. Как он? Так, ему еще чуть-чуть остается. Он еще думает. Наверное, ему хочется туда. Сейчас. Нет! Сдох. У него 2 попытки. Да, вот так вот. Так, он сейчас быстро вот тут пройдет. И так. Все, теперь он туда идет. Да. Угу. Теперь ему последний выбор надо сделать, который приведет его к победе. Он думает. Он сейчас очень долго будет думать. Интересно. Не, я тебе не дам подсказки. Он, наверное, решается на правую или на левую. Он на правую, походу. Да? На правую? Да, он смог. Он на правую пошел. Ура! Теперь ему остается только... Что раз? Как? Теперь ему остается только забрать квас. Не тужи, время идет. Забирай. Забирай награду. Все, Улыбка аж долба, блин. Теперь он выпьет весь квас. Спасибо тебе, Рыжик. Я долго не пил квас. Пока. Куда ты упал? Нет. Что? Это он? Ура, он жив! Ура! Рыжик! Хотел сказать, что я никогда не умираю. Я убил 10 игроков. Ну а с вами был Рыжик56К. Спасибо за 60 подписчиков. Наша цель 100 подписчиков. Всем пока! Пока! Ну, мы же сейчас попрощаемся с нашим подписчиком. Пока!
Ну все, теперь он выходит. Кстати, его почему-то Джек зовут. Но не суть.